Всем привет! Меня зовут Наташа, мне 38, я в разводе, и я мама с ребенком. Спасибо хейтерам, что поднимают тему разведенка с прицепом. Но это грустно на самом деле, когда женщину, попавшую в такую непростую ситуацию, обвиняют и оскорбляют люди, которые даже не понимают, что происходит в ее жизни. Зато папа, который сливается после развода, остается в плюсе. Почему так?